Казанский федеральный посетили дипломаты стран Европейского союза. Делегация приехала в Казань с двухдневным визитом, в программу которого вошел круглый стол с представителями КФУ. Ознакомил гостей с обширной деятельностью университета проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Основная цель нашей встречи, это, я думаю, чтобы вы лучше узнали нас. Сам я дипломатом работал, и вот как вы с вами послышали, мы уже с вами разговаривали. Я знаю, какая задача дипломата, это довести до страны, которую вы представляете, информацию реальную, которая происходит в стране. Также проректор по внешним связям отметил, что университет является традиционным местом для демократического мышления. После официального приветствия слово взял советник по политическим вопросам посольства Европейского союза в России, который оценил состоявшуюся встречу как новый шаг к активному взаимодействию посольства Европейского союза в России напрямую с ее регионами. К тому же встреча поможет составить более полную картину того, чем сегодня живет научная и образовательная деятельность Казани. Еще несколько лет назад была такая практика у посольств стран Европейского союза в Москве выезжать за пределы МКАДа и организовать такие поездки дипломатов, скажем, среднего звена, чтобы и те имели возможность познакомиться с другими регионами субъектов Российской Федерации, чтобы у всех было четкое понимание, что Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург, и между ними визит Сапсан. Так, по словам советника по политическим вопросам, дипломаты заинтересованы в привлечении экспертов университета к обсуждению различных проблем, стоящих перед Россией и Евросоюзом на пути укрепления взаимодействия. Аделя Шамилова, Ленар Давлетьяров, Универньюз.